Доброго денечка, товарищи, с вами Беброс, танцующий титан. И сегодня, как всегда, пятница, а значит день Зура. К сожалению, Зур мне напоминает чем-то мою бывшую, то есть вначале она готовила вкусную разную еду, а в конце уже привык и каждый день один гребаный вонючий борщ. Так же и с Зуром. Я не надеюсь ни на что супер крутое, потому что ничего нового не вышло. Давненько, по крайней мере. Но вдруг что-то случилось. Например, Гялархорн. Ну, погнали. Так. Слушайте, вполне неплохие вещи. К сожалению, те, которые мне нужны, у меня есть. Но я уверен, что людям понравится. Тем, у кого этого нет. Ну, давайте быстренько проскочим по всем вещам. Блин, даже красиво как выглядит. Круто, ребята. Ну, первый это армаментариум. Это, в общем, тело на Титана. Оно мне недавно выпало, по-моему, 1,5 недели назад с Найтфола. Я очень ждал, то есть, сейчас он его принес, скотина. Ну, в чем прикол этого доспеха? Во-первых, смотрите, 122 дисциплины. Блин, для тела маловато, но я думаю, если у вас нет этого доспеха, стоит купить, а потом улучшить. Какие у него бонусы? Вы можете носить дополнительную гранату, причем неважно какая, то есть любая, какая у вас поставлена, у вас будет дополнительная граната. Потом носить больше амуниции для хэви-оружия, то есть это не только полезно, там, например, в PvP, если вы любите подбирать эти ящики, если вы можете подбирать, потому что обычно их пасут со снайперками, но в PvE это очень круто, например, крота. И плюс дополнительная амуниция для специального оружия, то есть тоже достаточно круто, по-моему. То есть это лучший доспех на тело для Титана однозначно, потому что других вариантов нету, только там лупи, ну лупи в залупе, как говорится. Это доспех лучше. Дальше у нас арахнит, это шлем для Хантера. Я не знаю, как он в PvE, ребята, если вы знаете, вы расскажите, но в PvP, знаешь, это очень неплохой шлем, потому что у него хорошие бонусы. Правда, мне не нравится, что разброс дисциплины и силы, но это зависит, как у вас другие вещи поставлены, чтобы сбалансировать. Но так, в принципе, неплохо. 71-67. Прикольно. Какие у него бонусы? Нанося урон с гранаты, вы уменьшаете откат своего рукопашного. То есть вы чаще можете бить в борщи, в щи врагам. То есть полезный такой неплохой маленький перк дополнительный. Потом убийство с гранаты восстанавливают вашу суперэнергию, тоже полезно, учитывая, что следующий перк основан на суперэнергии, это, то есть, ваша -то золотая пушка, этот револьвер ковбоя такой, Клинт Иствуд, вы можете прицеливаться, то есть, и увеличивать точность и прочее, и прочее. То есть, я за Хантера не играю, но у меня друзья играют, говорят, хороший шлем, в PvP его носят, все довольны, все счастливы, кроме противников. Дальше Starfire Protocol. Прикольный доспех, у меня тоже вот друзья его носят. Хороший доспех для варлока. Интеллекта 143. 143 это уже лучший стат, чем 122. Какие у него бонусы? То есть вы можете тоже получить дополнительную гранату, но фьюжн гранатку. Это очень важно. Потом вы можете больше носить патронов для фьюжн оружия. То есть это микроволновка это. Я в принципе ненавижу фьюжены, потому что они либо ОП, либо неудобные, прочее, прочее. Но люди пользуются, и если вы пользуетесь, это очень полезный перк. И еще, конечно, больше носить амуниции для тяжелого оружия. То есть, также можно использовать на кроте, да, и не только на кроте. То есть, ну, хорошие вещи, все три вещи, и, в принципе, я доволен, кроме статы немного маловаты, но это, вы знаете, всегда можно улучшить. Дальше Сурос режим. Это уже, конечно, старый пердун, такой ветеран, он уже прожил свои золотые годы, но оружие до сих пор неплохое, но далеко не тянет до того, чем оно было раньше. Я вот тут где-нибудь слева, справа или в центре приколочу ссылочку на обзор, я делал обзор недавно, как повлиял этот апдейт, то есть оружие неплохое, до сих пор неплохое, но не таким крутым, каким она была. То есть, есть лишние монеты, берите, попробуйте, может понравится. В чем его прикол, я, как говорю, поставлю ссылочку, там посмотрите, чтобы я время не тратил. Там я разбираю все перки и прочее, весело. В общем, смотрите. Дальше зеленая манга. Мне оно нахрен не нужно сейчас, потому что у меня в банке лежит. И тело. Тело тоже не нужно, потому что
нету сил. Да, может, House of... Когда вот, смотрите, видите, монетки не трачу. Выйдет House of Wolves, я куплю вот это, и тогда посмотрю, может, что-то новенькое выпадет. А так-то, в принципе, не камильфо, а моветончик тратить монеты на то, что уже есть. И дальше апгрейды, которые абсолютно не важны на данный момент. Маска третьего человека, 123 интеллекта, ну, неплохо. Ух ты, 167. То есть, если у вас есть Crest of Alpha Loop, берите. 167 силы, это охренеть какой большой стат. Я даже не припомню, видел ли я выше, честно говоря. Ну, не суть. Дальше шлем святого 14. Святой 14 это был такой чел. Там, если хотите, можете почитать в интернете, потому что в игре самой об этом, по-моему, ничего не рассказывали. Но не суть. 121 интеллекта, тоже неплохо, хороший стат. У меня, по-моему, сейчас ролл меньше на шлеме. Crest of Alpha Loop тоже. 133 интеллекта, ну, не знаю, как-то маловатенько. Light Beyond Nemesis. Силы 95, шлак полный, это шлем с синдромом Дауна, то есть, не знаю, маловато, по-моему. И перчатки Sunbreaker, 104 интеллекта, тоже не блещет. И, конечно же, оружие, но это вообще не актуально, но по привычке и по традиции надо рассказать. Красная смерть, последнее слово, план С, не знаю, лорд молнии, супер хороший совет и Гьялархорна, он только дразнит Гьялархорнами, по-моему, потому что он их не носит, то есть, не знаю, ну, хрен с ним, это ж Зур. А Зур у нас, как мы все знаем, к сожалению, гондон. И тут говно и хэвики. Я, наверное, вот три куплю, так немножко потратился просто в последнее время. Там на кроте, баунти выполнял с хэвиками, потому что лень было время тратить. В общем, неделя неплохая, ребята, но, как я говорил, Зур нам носит сплошные вонючие борщи, потому что мы все это уже видели давно и много-много раз. Но тенденция в последнее время, что начал приносить лучшие вещи, будем надеяться, что эта тенденция будет продолжаться и после выхода House of Wolves. Вот такие вот пироги, товарищи. Надеюсь, вы что-то себе нашли. Желаю вам хорошей недели, хорошего дропа и отличных, блин, выходных. Позвоните маме и скажите, что ее любите. Ну так, надо же какое-то хоть полезное что-то сказать в видео. Ну, в общем, спасибо за внимание, товарищи. До свидания, товарищи. Уга!